Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в игру Tower Conquest. Заходим в тренировку и забираем наших бойцов, которые уже оттренировались. Ёлки-палки. Так, а здесь еще 4 часа, ребят. 4 часа ждать. Ёлки-палки. Так, квесты какие-то завершили, запрос. И все, больше ничего нету. Так, ребят, забираем реворд с арены. 18 карточек на ниндзю. А дальше что? Давай посмотрим. Так, черепаха, замок, бородавочник и 10 тысяч монет. Ладно, ну что ж, давайте быстренько пробежимся с вами по арене. Займем первое место и уже будем переходить, наверное, на основную сюжеточку. Так, 35 уровень. Я думаю, что вот этот отряд вполне сделает свое дело. Хотя мы можем даже... взять... Нет, этот слишком опасно. Давай вот этот вот возьмем. Мы не особо им играем. Иногда, ребят. Ну, а тем более, как вы видите, после того, как я здесь сделал перестановку, не лучшим образом, вы помните в прошлой серии, что у нас произошло. Я очень сильно был злой. Так что пускаем в расход этот отряд. А почему в расход, ребят? Мы здесь с вами выиграем довольно быстро и легко, и безмятежно. Вот и все. Победа за нами, первое место нам обеспечено. И это будет, ребят, до конца. То есть через 8,5 часов мы с вами заберем отсюда ревард. Так, забегаем в магазин и смотрим, что нам здесь предлагают. Я вижу, ребятушки, что мы можем с вами прикупить маленько опыта. Замечательно. Так, смотрите, сколько мы уже с вами набрали. Четверть, ребятушки. От 80 уровня. Замечательно. Если подкопим еще с вами немножко денег, то обязательно проапаемся дальше. Так, ну и, естественно... Смотрите, ребята, опять вот здесь все четко, вот сюда переходим, все опять же как-то размазано. Я не понимаю, в чем проблема, что за глюки. Если у вас так же, ребят, напишите мне в комментариях, или это только у меня. Ну как так может быть, на одной платформе везде четкие, да, персонажи, им на тебе, размазанные. Именно вот эти два. Странно. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас за ежедневное испытание. Тут нам дается 22 ползуна за выигрыш. Зомби-камикадзе. Ребят, это, по-моему, тот самый уровень, где, да, я его никак не могу пройти. Ну, давайте попробуем, попробуем. Но это бесполезняк. Когда здесь зомби и улитка, ну что тут можно сделать? Ничего, абсолютно. Естественно, начинаем мы вот с вами с крестьянина, потому что сейчас будет улитка постоянно здесь выезжать. И сразу же, даже вот так вот. Даже, ребят, вот так вот. Теперь делаем крестьянин, потому что должна вылететь улитка сейчас, моментально причем. Вот, видите, да? Что, к чему и почему. Сейчас опять выйдет зомби, и так будет, ребят, повторяться по замкнутому кругу. Ай да. Я обычно, ребят, проходил этот уровень за счет фаербола. Вот так вот я бомбил постоянно. И, как видите, уже половина здоровья осталась у замка. То есть нам буквально нужно будет еще один сделать конкретный выстрел именно фаерболом, и уровень будет пройден. И 22 ползуна все-таки, извините меня, ребят, на дороге не валяется. Все-таки монстрик-то хороший, хоть я им и не играю. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, смотри, сколько урона, ребят, наносит. Так, еще один фаербол у меня созрел. Естественно, запускаем. Опс. Так, горит, ребята, и не догорел. А тут времени 50 секунд, как вы видите. Крестьяшка, елки-палки, сгорел в этой, в жиже. Вот до чего же он ватный. Вот до чего же он, ребята, ватный. Ну, там осталось, ну, удар сделает. Есть! А могли бы помереть, если бы сейчас зомби взорвался. Ну что же, 750 опыта. Мы с вами заработали сундучок, где будет 22 ползуна. Это неплохо. Ну, я даже не знаю, ребят, давайте попробуем. Попробуем, так уж и быть, еще разочек с вами. Вдруг мы все-таки здесь справимся. Поехали. Битва, само собой разумеющаяся. И погнали на всех парусах. Так, сразу же, ребята, набираем ману. Ну, понятно, понятно. Все, улитка свободная. Выпустим мечника и сразу же, ребята, выпускаем крестьянина. Потому что сейчас, если выйдет зомби, то он, конечно же... А, он вышел, и сейчас будет бум. Да, своим взрывом, ребята, он всех положил. Эй, сдох, елки-палки, вляпался, потому что дурачок в лужу. Потому что этот дурачок вляпался в лужу. Фаербол, ребят, запускаем. Ну что ты будешь делать? Вот так вот, ребят, всегда. Так всегда происходит.
На этот раз нам не очень везет, как вы видите. Здоровья у башни очень много. Естественно, сейчас будет выходить и зомби, и все подряд. Угу. Место... Да! Ну все, тут, ребята, фейл. Я уже вижу по здоровью и вообще по всему. Сейчас, как обычно, тут зомби. Всех сразу валит. Давай еще один фейербол. Вот так вот. Хоть и башня у него горит, ребят, но это бесполезняк. Это бесполезняк. Можно, конечно, как-то ускорить это все дело. Я имею в виду через 5000 голды на ускорении. Но я думаю, что... Воу, сейчас еще двоих завалит. И вот так вот до бесконечности. 39 секунд. Если мы с вами успеем, а мы должны, в принципе, успеть еще на один третий фаербол, то, скорее всего, мы сможем здесь пройти. Сейчас должен сгореть. Ах ты, елки-палки. Ребята, замок не воспламенился, к сожалению. Если бы он был под пламенем бы, тогда да. Есть! Ну, пришлось пожертвовать, ребят, 5000 голды для того, чтобы бомбануть. Я сделал ускорение, вы, наверное, заметили. И еще 12 карточек ползуна нам достается. Ну что, третий раз попробуем. Опыт все-таки очень даже хороший дают нам здесь. Поэтому давайте, ребятушки. Я люблю просто проходить все всегда, когда есть возможность. Если я знаю, что мы сфейлимся. Раньше, честно вам скажу, здесь я всегда сфейливался. Может быть, из-за того, что сейчас у меня уровень чуть-чуть получше. Может быть, из-за этого я держусь. Ну, а раньше никаких шансов не было. Этими двумя засранцами, как говорится, пройти, ну, без вариантов просто-напросто. Ай-яй-яй-яй, подстава была, ребята, тут. Просто подстава, да, чистой воды. Так, ладно, давай попробуем. Ну, ничего, сейчас скоро уже фаерборчик у нас, ребят, накопится. Давай, взрывайся-то раньше времени. Есть. Ну, хотя бы как-то так. Самое, конечно, хорошее, ребят, когда воспламеняется этот замок вражеский, и от этого лучше всем. Но сейчас как-то у нас вообще... Да просто, да что ж такое, что за подстава, я не понимаю. У него, конечно, тоже, ребята, вот эти вот монстрики, которых он вызывает, стоят вообще копейки, поэтому он быстренько их спамит. Практически моментально. Ну вот, опять подстава. Опять подстава. Куда ты побежал, мечник? Ядрить тебе на корень, а? Почему не загорается башня? Кто мне это скажет, а? Так, бум. Взрыв. И, ну, сейчас оба полягут. Ёлки-палки, не то что оба, а вообще все полегли. Извините, отвлекли маленечко. Так, продолжаем, ребят, продолжаем. То есть, если мы с вами успеем на третий фаербол, то, возможно, нам повезет. Но это, опять же, не факт. Здесь, кстати, можем слиться. Поехали. Скорее всего, да, так оно и будет. Проверим. Ну, добейте вы, елки-палки, этот. 14 секунд, ну. Ай-яй-яй-яй-яй, совсем маленечко не хватило. Ну, крестьяшка, ну добей ты, просто 8 секунд. Ну что ты там, навозник, делаешь-то? Одна секунда, ребят, сфейлились. Ну, представляешь, а этот крестьянин вообще ничтожество последнее, просто последнее ничтожество. Клоп раздавил бы, блин, знаете, мизинцем бы просто удавил бы его. Как же он меня бесит, не мог добить. Ладно, ребятулечки, две удачные попытки у нас сделались все-таки, поэтому переходим с вами на основную сюжетку. Че, я не понял? Ах, мы еще и здесь с вами не прошли. Ладно, надо запомнить. Так, и мы переходим с вами, ну, естественно, на... карту подданных, где у нас вот мечник и фехтовальщик. Естественно, я буду брать вот этот свой отряд. Да, потому что я надеюсь, Ронин все-таки здесь у нас подсобит нам. Я, кстати, не уверен, если честно. Сейчас вот говорю, а сам думаю, а сможет ли он справиться против фехтовальщика? Или же нам... А мы успеем, наверное, Давайте-ка вот так сделаем. Хотя, подожди, подожди, зря я, наверное, так сделал. Ой, зря, наверное, я так сделал. Ну, Ронин, помогай! Нет, ребята, фейл. Чистой воды фейл. Смотри, что происходит. Вот так вот можно обделаться. Ха, зашибись. Что ж тогда мы с вами будем здесь предпринимать? Этот, что ли, отряд? Ну, это бесполезняк. Мы уже с вами пробовали его, и он ничего не показал. Нет, вот только остается вот этим, но... Как нам быть? Или вот этим? Слушай, давай попробуем. А мы же вроде бы в тот раз играли этим отрядом, да? И ничего у нас не вышло. Ладно, короче, такая будет у нас с вами политика. Мы вызываем
мечника против мечника, да, соответственно, и прикрывать будем это все нашей... нашим молотильщиком. Я думаю, что так будет оптимально. Проверим. Да он смотри... А, мы оглушили. Да, толку-то от этого. Ты посмотри. Бесполезно, ребят. Ха-ха. Мы не можем пробить. Мы не можем нанести достаточно урона, чтобы наказать... наказать мечника. А за ним сзади идет фехтовальщик. Вот так-то вот. Слушай, ну это вообще меня не радует нисколечко. Два фейла к ряду. Хорошо, давай попробуем тут. Еще разок. Надо, может быть, попробовать Ронина вызвать в первую очередь, а? Давай так попробуем. Вызвать Ронина, после Ронина вызвать мага. Мага-воина. Так, поехали. Ну, Ронин-то как всегда. Как всегда, не спеша. Так, и теперь... Ага, теперь. А теперь у нас не хватает... Да чтоб тебе. Да ну, ну бред какой-то, ребят. Я не знаю. А как быть тогда? Черт подери. Вроде бы все хорошо идет, все отлично. Так, давай вот так вот сделаем. Хоп. Ну, Маквоин, ты мне здесь нужен. Но все равно, ребята, мы получили повреждения. Повреждения, и, соответственно, мы с вами не пройдем. Жестко все начинается у нас. Все намного сложно. Намного сложнее, ребят. Чем оно должно быть? Ладно, попробуем хотя бы здесь пройти. Уложиться, я имею в виду, по времени. Там нам только останется не получить повреждения. Так, давай, 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 быстрее. Ульта пошла. Хорошо. Вроде бы наладился у нас боевой дух. Ну, судя по тому, что я вижу. Ну, два фейла к ряду. Это, конечно, уж больно жестко. Все, замок мы разбомбили. Что ж нам делать-то? Да, ну давай дальше продолжать. Фиг с ним, ребят, здесь у нас добавляется практически то же самое. Только еще копейщик в придачу ко всему. В довесочек, да? Но самое интересное, что здесь у нас увеличивается расстояние. И это уже хорошо. Не очень много, но тем не менее. И фехтовальщик тут, как мы видим, выходит первым. Соответственно, мы выпускаем мага-воина. И, скорее всего, здесь нам пригодится Ронин. Когда вот так вот Ронин выбегает, это просто красота, ребят. А, кстати, с фехтовальщиком, как мы посмотрели, он проигрывает в схватке. Так, ну что же, мы уже возле этого. Давай ульту. Ульту, ульту. Да, я зря, ребят, ее запустил сейчас в данный момент. Невыгодно для меня это было. Очень невыгодно. Все мои ребята тут полегли. Фехтовальщик минус. Так, копеечка, ну почему ты не попала под это, под отражение? Воу, Ронин, молодец, по красоте. Отлично. Сейчас все хорошо идет. Так, давай-ка мы вызовем всадника на журавле. А, кстати, кто у меня был вместо всадника? Я знаю, что этот паренек не из этого отряда у нас. Я вот просто, честно говоря, не очень помню, кто же там у нас был-то. Ну, тот такой хороший. А, нет, подожди. Не помню, прыгун, что ли, здесь был у нас? Честно говоря, не очень помню. Так, ну что, все, запинали мы здесь. Здесь, по-моему, идеально у нас все получится сейчас. Давай, 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 Банди, отлично. Тут, я бы сказал, изи. Только немножко расстояние, как говорится, увеличивается между замками, да? Сразу же становится полегче играть. Так, я даже думаю, что здесь можно взять вот этот вот отрядик. И я думаю, что вполне легко должны мы с вами пройти здесь. Будем проверять. Так, тут добавляется лучница. Что нам может сделать лучница? Абсолютно ничего, потому что у нас есть, ребят, баллиста. И также у нас есть джаггернаут. Джаггернаут, это, конечно, хорошо, но тут фехтовальщик, он очень сильно буянит. Уж больно сильно критует. И причем вот этот вот мечник, смотри, что делать. Нет, ребят, по-моему, этот отряд... лабуда полная здесь. Полное лабудище. Но, тем не менее, у нас... Упс, 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 фаербол, фаербол. Как бы вот так вот должно было сработать. Так, на баллисту мы успеем с вами накопить? Наверное, нет. Или успеем? Баллиста, давай. Стреляй там по ним, по всем. Так, стреляем, но нам нужно прикрываться. Вот, прикроемся с вами големом. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, чумная мышь, помогай. Помогай, 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 говорю. Оу,
Чет. Да, давай забомбим. Так, Джаггернаут. Если сейчас пробьем, ребят, туда полетит фаербол. А он летит. Все, шикарно, вроде выровнялись. Так, ну, времени мало, минутка. Минутка у нас времени. Так, давай еще Борису одну вызовем. Чтоб у нас быстрее как бы шел этот процесс уничтожения врага. Ух. Стоит дождаться баллист. И все, ребята, и дела сразу идут в гору. Моментально практически. Ты посмотри, как нам тут везет. И ускорение, и приворожение. Что там только не выпало нам. И уничтожение замка сразу же автоматически. Тихо, тихо, тихо. Рыцарь, успокойся, пожалуйста. Не надо тут нервировать меня. Умоляю. Во! Круто, разбомбили. Замечательно. Так, двигаемся дальше. У нас потихонечку с вами копятся деньги. Соответственно, мы скоро с вами купим пробирочку. Да-да, пробирочку на опыт, естественно. Так, ну что же. Еще больше у нас стало расстояние между замками. Значит, я вообще на полном расслабоне. И это... Ага. Ага, вот оно что. Ну ладно, давай попробуем подловить. 250 нужно, успеем, должны успеть. Ну где ты там? Упс. Родной ты мой. Ага, мы уже с одной вертушки его не ложим. Он даже успел подбить, ты представляешь? Так, чумная, помогай. Да помогай, ты говорю. Фаербол пошел. Так, раскваска. Ребята, смотрите. О, нам повезло. Да какой же нам повезло-то, ребят? Нам не повезло ни шиша. Во, все, отлично. Слушай, я совсем забыл, что здесь этот говнюк у нас. Да-да-да, именно бандит. Надо его, ребят, контрить. Про это не стоит забывать. Так, он проявится или нет? Мы его уничтожили, по-моему, вообще. Он там где-то... А, не, вот он. Все, мы его забомбили. Мы его забомбили, и это хорошо. Сейчас будем, ребят, наверное, применять с вами фаербол. Тыч! Он попал. Он попал, ребят, под раздачу. Я это видел. Ай, бедная моя баллиста, ребята. Бедная баллиста. Уничтожил он ее, гад. Ну и сам сдохнет. Как пес подзаборный. Все, расквасили. Блин, я офигею. Этот разбойник, ребята, просто-напросто справляется с моим джаггернаутом. Ты можешь представить? И не только с джаггернаутом. Он даже голема ложит. Это, по-моему, о многом говорит. Это говорит, ребята, очень о многом. Да иди ты в пень, достал ты уже, а, бандит сраный. Давай, давай, ребят, улички, поднажали там, поднажали. Осталось-то совсем ничегошеньки от его замка. Я вызову баллисту на всякий случай. Опа, 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 вышел, явился, не запылился. Так, секунду, баллисту сейчас уничтожу. Куда ты пошел, куда? Фух, ты видел, ребят, если бы мы не успели завалить башню, он бы сейчас нанес урон по моей базе. Отлично. Так, и здесь король, здесь бандит, король, фехтовальщик и прочее, прочее. Значит, нам надо, наверное, с вами вот этот отряд. Нифига не этот. Может быть, вот этот. Нет. Или да. Нет, не хочу я вот этот. Давай вот этим отрядом с вами и попробуем дальше пробиться. Он все-таки неплохо себе показал. Против короля, правда, не особо здесь заходит. Дедуля, ну что, дедуля пока зайдет. У него там размах копья, я помню, очень большой. И к тому же здесь очень крутой разбойник, который довольно много наносит урона физического. Так, я пока, ребята, жду. Я знаю, что он должен здесь появиться. Мне неохота выпускать, ребята, все самые, как сказать, мощные войска сюда. Так, Джаггернаут пошел. Где этот разбойник? Не пойму я, где разбойник, ребята? Он должен вот-вот где-то тут появиться, охламон этот. Но его нету. Вот что самое странное. Заморозка, ребята, здесь. Замораживаем. И что же мне эта заморозка дала? Баллиста, есть, молодец. Воу! А вот, ребятулечки, и королик вышел. А я без поддержки. Фаербол. Плюс ураганчик. Так. Ну что, давай попробуем, попробуем, ребят, пробить. Я думаю, что должны мы здесь уничтожить его. Ну, отлично. Он встал, хоть встал? Он не встал, встал, ребята. И сгорел. Сгорел парнишка на работе, на боевом посту. Королик готов, ребятулечки. Так, теперь нам нужно ждать этого разбойника. Он самое главное. Вон он ползет, ребята. Он ползет. И сейчас моих двух баллист уничтожат, гад. Так, фаербол полетел. Полетел и прилетел.
Так, карточка мечника. Нам, по-моему, ребят, скоро мечник. Ах, сейчас все... Нет. Баллиста не погибнет, потому что голем, ребят, стоял на прикрытии. Это хорошо было, отличненько. Ну что, 40 секунд, я надеюсь, за 40 секунд-то мы с вами должны же тут успеть, ёпрасете, забомбашить-то этот замок-то никчемный. Давай-давай, напряглись, ребятулечки, напряглись. И давайте, добивайте, что же вы там ждете? Есть. Классно. Все великолепненько у нас получилось, кроме первого, ребята, этапа. Первый этап у нас не пройден, и здесь последний этап. Это все надо обязательно пройти. А в чем здесь у нас загвоздка? Ах, тут же термин 9000. И да, против него как-то мне сложновато. Давай посмотрим, сколько у нас накопилось денег. Может быть, мы сможем с вами купить пару пробирочек. Хотелось бы, конечно же. Так, 32 тысячи. Нет, не хватает. Только лишь на одну. На одну. Ребята, ровно половина 81 уровня у нас. Ну, не ровно половина, чуть-чуть меньше, но все равно. Фух, поехали дальше продолжать наш бой. Заберем сундук здесь. И кто нам достается? Ну, нам достается всякая шелупень в виде маленького гнома, а? Эльфи, елки-палки. Так, переход... А, так тут у нас все. То есть нам надо пройти вот эти два уровня, во что бы то ни стало. Нам нужно пройти эти два уровня. Хм. Эти два уровня связаны именно со здоровьем замка. Вот незадачка, как же нам вот здесь вот пройти, а? Кто же мне писал? Как же, блин, ну да, вот я представляю, если бы у нас тоже был бы термин, мы бы термин против термина, хорошо бы зашло, а? Я думаю, зашло бы просто великолепно бы. Короче, я думаю, что вот этого молотильщика надо взять вот в этот отряд. И взять его нужно вместо... Вместо ниндзи, может быть? Вместо ниндзи, да? Он у нас сколько? Четырехзвездочный. Или же вместо всадника на журавле. Хм. Вместо всадника на журавле. Давай так, наверное, попробуем и сделать. Возьмем молотильщика вместо всадника на журавле и попробуем этим отрядом с вами забомбить. Так, убираем отсюда всадника и добавляем... А, подожди-ка, отсюда мы всадника убираем, отсюда убираем молотильщика. Значит, молотильщика мы с вами берем в этот отряд. Соответственно, нам придется потратить одну энергию, так ведь? По-моему, так, ребят. Где ты, молотильщик? Где ты? Вот он. Да, я беру его сюда. Так, ну что же. Пробуем, ребят, вот таким вот отрядом с вами как-то пробить оборону. Пробить оборону в этом нелегком уровне. С джаггернаутами, которых мы тоже, кстати, не можем пробить. И, естественно, с термином 9000. Нам главное не получить повреждения по замку. Это наша основная задача здесь. Посмотрим, сможем ли мы... Так, тихо. Давай вот так начнем. Да, армия, конечно, там идет. Будь здоров. Армия идет там, будь здоров у него. И Ронин. Хорошо, что Ронин выходит вот так вот. Ребята, у меня 500 маны уже накоплено. 500 маны накоплено. Ты смотри-ка. Что-то здесь... Что-то здесь нереальное происходит. Неужели... Вообще изи! Вообще моментально, вы сами прекрасно видели. Даже никто пикнуть не успел. Мы прошли. Значит, нам остается только вот этот вот первый уровень пройти. Но кем и как, я пока не пойму. Не до Петрю я. Этот отряд, мы убедились, не справляется. Вот этот отряд. Вот этот отряд. В принципе, мы практически одинаковые. Ну, не считая того, что на 7 уровней здесь нас круче, бойцы. На 7 уровней. Здесь, в принципе, не нужен нам прыгун. Давай попробуем мы с вами что-нибудь посмотреть вместо прыгуна, более такое комфортное для нас. Мы пробовали с вами играть молотильщиком. Молотильщик здесь не зашел. Поэтому давай уберем отсюда прыгуна и проверим. Была бы у нас прокачана вот эта вот штука, можно было бы ее брать. Она довольно неплохо наносит урон. Так, что же взять здесь? Хилбота? Как-то я не вижу в этом выгоды никакой. Вуджена, тем более. Кстати, здесь очень бы, может быть, даже хорошо пошла некро. Как вариант. Давай возьмем некро, и вместе с некро будет у нас, может быть, зомби взять.
Слушай, а ведь это вариант зомби-то взять. Попробуем, надо их только прокачать. А смогу ли я прокачать-то? Хм. Ну что, попытаемся, да, вот таким отрядом. Потому что если зомби-камикадзе пойдет и бумкнет, вы сами понимаете, да, что будет большой взрыв. Но вот не уверен, что он, конечно, сможет сразу же подбить вот этих всех гаденышев одним своим выстрелом. Одним своим взрывом, точнее. Поэтому придется проверять, тестить. Так, 200 маны у нас есть. Давай дальше вызывать. Фехтовальщик еще, не забываем, очень быстро идет. Так, а мы сейчас, знаешь, что попробуем с собой? А, нет, 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 нет. Ну, ты, главное, взорвись. Слушай, ну, могу сказать, неплохо. Наносим повреждения. Если мы сейчас успеем с вами вызвать некро. Есть, по-моему, небольшой, ребята, шанс. Ну-ка. Ну что такое-то? Давай, взрывайся. Ха-ха-ха. Ну, смотри, колобки-то тут неплохо так справляются довольно-таки. Вот у меня и паладинчик тут вышел на прикрытие, если что, ребят. И еще мечник один. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Давай, камикадзе, на всякий случай я тебя вызову. Будешь тут мне помогать. Ай, как красиво, ребята, получается. Ты посмотри. Вот, в принципе, этого я и добивался. Некро молодец, некро очень хорошо справилась. Зомби, кстати, камикадзе тоже здесь нас не подвел. Ну и колобки делают свое дело, просто разрывают врагов. Их очень много, они очень часто выходят. Ну, то есть, тут мы с вами пройдем. Времени у нас нет, поэтому мы можем здесь хоть до посинения сидеть и играть. Но в любом случае мы с вами здесь прошли. Остается только выиграть, забрать последний ревард и нырнуть в следующий телепорт. Ну-ну-ну-ну, давай, ребятульки, давайте ускоримся здесь уже. И так все ясно, что победа за нами. Великолепно, я думаю, что вам понравилась, да, моя стратегия, тактика. Но она приходит, ребята, конечно же, не сразу, а уже потом допетриваешь, что лучше. Ну и, естественно, экспериментируешь. 13 карточек никчемного крестьянина нам достается. И мы с вами залетаем в 63-й телепорт. 63-й уже. Квест завершен, который называется у нас «Странник». Соответственно, я хочу, ребят, забрать те самые наши любимые гемы. И заодно посмотрим, сколько у нас их насобиралось. 183. Уже, ребята, 183. Почти 200. Почти 200 гемов, ребята. Остается еще 300. И мы с вами откроем эпический сундук. Хотя я вру. Эпический сундук, по-моему, открывается у нас... Нет, 500 гемов. А раньше надо было, по-моему, 600, как только мы покупаем его. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут за территория. Так, встречает нас нежить, потом нефритовая долина, потом опять нежить, подданные, и все. 4, что ли, территории? А, захватчиков я пропустил. Ладно, поехали с нежити и смотрим. Ребята, здесь голем 82 уровня и чумная летучая мышь 81. Соответственно, у нас под силу, под этот отряд есть тоже контротряд. Это вот этот вот. Оу, тихо. Ошибочка, ребята, вышла небольшая, потому что у нас энергии там не было. Придется тогда вот этот отряд выбирать. Да, энергии-то нету, придется. Поехали, погнали. Подчесали. В принципе, у нас с ним очень равные силы. Ну, на один уровень разница, я думаю, что это небольшой перевес. Нам главное вызвать либо Джиггернаута сейчас попробовать. Ага, чумная мышь. Давай посмотрим, кто сильнее, моя или его. Мы должны, наверное, друг друга уничтожить. Так оно, в принципе, и вышло. Давай посмотрим, как у нас Джаггернаут здесь справляется. И еще, наверное, придется нам вызвать голема. Ага, вот что он сделал. Так, ребят, давайте фаербол вот так сделаем. И моя чудная мышь будет сейчас расстреливать вражескую мышку. Соответственно, мы здесь уже будем иметь перевес Ну, давай, расстреливаем. Баллист, ребят, прикроет, естественно, как же. Без прикрытия. Вот, вы сами все прекрасно видите. Можно ускоряться, потому что здесь победа уже за нами. Я уже просто чувствую вкус победы на устах. Фаербол. Приворожение и все. Ну что ж, неплохо, я считаю, ребят. Продолжить, конечно же. И у нас второй этапчик, который встречает нас призраком. И причем сразу же такой скачок на 4 уровня от нас. Хм. Да, нехило. Придется воевать, никуда не деться. Хочешь, не хочешь, а надо. Жалко, конечно, что в самом начале игры мы с вами профукали две великолепные попытки.
Они бы нам сейчас очень бы хорошо бы здесь зашли. Очень хорошо бы. Так, привидение. А вот здесь, ребята, у него идет небольшое преимущество передо мной, потому что у него летает призрак. Единственное, что я могу сейчас попробовать вызвать чумную мышь. Она будет потихоньку нас как бы выручать и компенсировать. Компенсировать повреждения. Вот я о чем говорю. Тут выпускаем фаербол и баллиста. Посмотрим, насколько, ребята, баллиста будет живуча против привидения. Привидение пошло в обратную сторону, ребят. Его, оказывается, можно переворожить. Вот этого призрака. Так, ну что, три пролета, короче, выдержит у меня баллиста. То есть три раза, если пролетит привидение через баллисту, только в том случае он погибнет. Вот, видите, второй и буквально еще один. Но я думаю, что мы успеем за это время разнести просто в хлам его замок вражеский. Фаербол. И на дорожку. Все, великолепненько, 500 опыта получили. И у нас третья фаза, третий этапчик. Здесь прибавляется служитель тьмы. Тоже еще-то опакость, ребят. Ах ты, энергия-то, энергия, ребят, закончилась. А вот этим отрядом... Слушай, я не знаю, как нам быть вот именно с этим отрядом. Блин, зараза. Давай попробуем отсюда убрать зомби-камикадзе. Наверное, да? Я думаю, что уже как бы он здесь не нужен. Да, в принципе, и некро как бы здесь не нужна. Здесь нужны нам летающие юниты, которые будут наносить повреждения. А летающих юнитов... БФГшку, кстати, можно взять. И... Ну, вот берем, например, некро. Кто у нас еще? Всадник на журавле. Всадник на журавле, это, конечно, заманчиво, но не совсем то, что мне нужно. Лучника бы я бы, конечно, взял, но он у меня 67 уровня. Не хочу я на него тратить деньги, чтобы в данный момент прокачивать. А надо бы, по идее, этим заняться. Как-то рано или поздно. Так, тыквоголовый. Все это так дорого стоит на проапке, если честно. Не знаю, ребят, кого взять. Вот хоть тресни, не могу определиться. Не могу определиться. Банши, можно, в принципе, банши взять. Ну, она 55 уровня, куда? Куда банши-то здесь? Зомби с надгробием. Тоже как-то не вариант. Ладно, давай возьмем зомби-камикадзе, так уж и быть. Так, я могу прапать его маленько? Да, один левел буквально поднять. 80 он стал, модификация. Так, квест завершен. 189, почти 190 у нас. Ну что, попробуем, ребят. Была, как говорится, не была. Если прокатит, то это хорошо. Но служитель тьмы шутить не любит. Это серьезный противник. Высасывает жизни из нас и отдает своим юнитам, своим соклановцам, сопартийцам. Называйте, как хотите. Так, ну и вся надежда у меня, естественно, ребят, на БФГ. БФГшка здесь. Так, посмотрим, как у нас паладин против гарема будет справляться. Зря я, наверное, ребята, здесь, кстати, убрал некро. Кстати, она бы здесь, наверное, очень хорошо пошла бы. Очень даже хорошо пошла бы. Но пока вроде бы справляемся. Вот он, ребят, служитель тьмы идет. Сейчас мы, наверное, его будем притягивать сюда. Поближе к нам. Нечего тебе там буянить, бутузить. Давай еще одну БФГ-ху вызовем. Не-не-не-не-не, не вляпайся в эту кислоту, в эту жижу. Не, БФГ-хи хороши, но вот их надо прокачать по звездности. Они проигрывают тебе. Проигрывают именно из-за звездности. То есть, соответственно, сила, мощь и все это у них отстает. И очень сильно. Ну, давайте, давайте. Почему-то не срабатывает у них вот этот вот суперудар, луч. Тудыч! Как камикадзе, да? Хитро было, он просто сейчас подошел и тихонечко бомбанул прям в тылу врага. А вот, ребята, и замок мы уже расколбашиваем. То есть, ну, вы сами понимаете, что победа здесь за нами. Иди ты в пень, тебе говорю. Слушай, ну хорошо тут выходит все. Вообще великолепно, отличненько. Забомбили, даже не поморщились. БФГшки, короче, отработали по полной программе. И у нас, ребят, с вами предпоследний этап. Здесь у нас, ой-ой-ой. Здесь БФГ, конечно, не зарулит, потому что их будет вот этот вот призрак, наверное, быстро уничтожать. И причем здесь еще и некро. Тут еще некро, вот БФГшки-то здесь как раз были бы хороши. Ладно, ребят, давай проверим, у нас все равно нету выбора, потому что энергии элементарно нету. Хотелось бы мне, конечно, бы здесь уже призвать мою, наконец-то, любимую друидку. Ну,
Она, вы сами прекрасно знаете, довольно хороша, довольно неплохо лечит, отталкивает, бомбит. У нее куча преимуществ. Так, ну что ж, давай проверим, насколько БФГ... Так, две атаки она выдержит, да? Две атаки... Опа! Стреляй! Твою же маковку, ну ты БФГ и подвела меня. Ты меня подвела. Так, идет у нас зомби. Взрывной чат бумкнет. Ай, как хорошо он бомбит, ребят. Он просто великолепен. Ух ты, ты понял? БФГ, по-моему, ребята, уничтожает привидения. Если мне, конечно, сейчас не показалось это. БФГшка лично шибанула и призрака просто сдула. Да ну, мне не могло показаться, ребят. По-моему, так оно действительно и было. Ну что же, давайте посмотрим, как у нас будет здесь справляться наша друидушка. Друидушка должна быть великолепна. Так, она как раз бомбит летучка наши эти тотемы. Ой, как же быстро они дохнут в этой кислоте, ребят. Так, друидка, ты будешь что-нибудь делать-то? Ты посмотри, что тут творится. Ты хоть помогай моим ребятам-то, ё-моё. Серьезно говорю. Это не дело так. Дальше играть-то. Я что-то не могу понять. Нас эти... А, понял, ребята. Вот кто, проказники. Естественно, ведьмы. Некро. Они нам не давали проходу. Ну? Так, БФГ, стреляем. 40 секунд у нас осталось. Что ж такое тут происходит? Опять, что ли, заплутали? Я не пойму я. Давай, взрывайся. Вот так вот. И ускоряемся. 26 секунд у нас на все про все. Так, неко там забомбите. От греха подальше. Так, чумная мышь пролетела. И, ребята, мы выиграли здесь. Да. Продолжать. Последний уровень и последний, по-моему, у нас энергия, да? Последняя энергия, да. Так, и где-нибудь, где-нибудь хоть есть? Нету, нигде откатиков пока не произошло. Я не знаю, сможем ли мы здесь против деда устоять таким-то отрядом. Единственное, нам остается проверить, испытать себя, как говорится, огнем. Фух, поехали, будем испытывать. Так, ну, я думаю, что нам нужно как можно быстрее накопить на нашу друидку. Нет, давай-ка мы... Да ёпросты, чумная вышла. Вышла чумная, поэтому мы сейчас будем, ребята, БФГ свою выпускать. Так, БФГ, давай. Так, зомби-камикадзе на подстраховку. Вот так вот. Давай-ка мы эту чумную мышь уничтожим. Так, попробуем, ребята, начать вызывать нашу друидку. Все, друидка вышла. Друидка вышла. Там вышел? Нет, пока еще нету. Пока я не вижу, ребята, вражеского босса. Заморозка. Она нам нужна, она нам поможет здесь. Так, еще вызовем паладина. Смотри, что делать, а этот хиляет. Давай-ка мы их вот так. О, а вон там, ребят, уже и дедулечка подошел. Поэтому нам надо, наверное, с вами... Посмотрим, что произойдет сейчас здесь. Камикадзе вот идет, видите? Он взорвется. Он взрывается довольно неплохо, кстати. Что я вам могу сказать? Давайте еще, наверное... О, дед сейчас убьет! Да, ребята, уничтожил, к сожалению, он. Хе-хе-хе-хе-хе! Мы тоже уничтожили. И заморозка. Блин, заморозка-то заморозкой, но... Давай вот так вот сделаем. Всех к ногтю. Ну вот и опять же некро у нас. Ой, некро, друидка вышла. Ну попробуем, у нас не так уж много времени, кстати, я вам скажу. На прохождение. Что они замерли-то вдруг все? А чё они замерли? 34 секунды. Ребята, они замерли что-то все. Не могут ничего сделать. 27 секунд. Давай, БФГ. Что-то как-то, мне кажется, ребята, нереально здесь. Нам дальше пройти. Давай замораживать. Идут просто очень и очень медленно. Это медленные отряды, ребят. Почему друидка не может ускорить наших воинов? 2 секунды, все, фейл по времени.
фейл по времени. Но для этого отряда, ребята, это естественно, так скажем. Почему? Потому что они медленные. Здесь все медленные. Даже друидка еле двигается. Ну, вы это знаете без меня. Так что это еще хорошо, что мы вообще прошли здесь последний этап. Фу, несмотря на то, что здесь есть босс-дед, но, тем не менее, он нам здесь не помешал. Так, ребятушки, заберем сундучок с вами, и нам достается банши, замок и 8 гемов. Так, ну я думаю, что этот уровень мы с вами обязательно пройдем, но уже это будет в следующей серии. Так что, дорогие мои, всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!